119 доказательств того, что Тао имба. Они стреляют через всю карту. Они стреляют через две полкарты. Они стреляют через 4 четверти карты. Они стреляют. Тао в главном меню при первом запуске игры. Самый первый отряд не видим с момента появления на карте. Самый первый отряд не виден, пока его не увидит. Самый первый отряд умеет летать. Самый первый отряд занимает всего одну единицу численности. Самый первый отряд существует. Самый первый отряд, самый первый. У самого первого отряда есть имя. XV-15 Stealth Team is very strong. Like really? XV-15 Stealth Team двигается по карте. У Тао есть карта. На карте есть Тао. Тао желтые, Тао синие, Тао черные, Тао красные, Тао цветные, обезьянка, собачки. Тао байтеры. Тао в главном меню при втором запуске игры, если вы до этого играли за Тао. Фаерворьеры могут стрелять. Они стреляют через всю карту. Воины огня копают землю. Их командиры кидают землю во врагов. Фаерворьеры стоят, фаерворьеры идут, фаерворьеры атакуют, фаерворьеры защищают. При выборе расы игра предлагает сыграть за Тао. You are Shas Oka Is, military commander of Tao forces on Kronos. When others fight for greed, right of conquest, you fight for the greater good. Start. The rise of the Necrons and the arrival of other powers on Kronos was a threat the Tao Empire could not ignore. У Тао есть мощнейшая бомбежка. Она синяя, она мощная, она откидывает юнитов, она наносит урон. Динозаврик, комарики. Пафайндеры находят путь. Пафайндеры видят очень далеко. Пафайндеры видят дальше, чем видящие. Пафайндеры видят дальше всех в игре. Нет, ну вы понимаете? Они видят через всю карту. Они видят невидимых юнитов. Кроме глаз у пафайндеров еще есть имбоспособность. Пафайндеры бегают с имбоскоростью. Нет, ну вы понимаете? Они бегают через всю карту. Животные звуки. Тао мегабайтеры. Welcome to the single-player campaign for Dawn of War, Dark Crusade. У Тао есть невидимая машина. Тао единственный, у кого есть невидимая машина. Невидимая машина занимает всего одну единицу численности. Невидимая машина имба. Невидимая машина может перевозить невидимых юнитов. Невидимая машина может также перевозить обычных юнитов. У невидимой машины также есть название. Тао рашеры. Тао очень хорошо рашат. Все командиры Тао очень хорошо рашат. У Тао есть еще одна бомбежка. Она тоже синяя, она тоже откидывает юнитов. Тао стреляет через всю карту. Тао стреляет через всю карту. Тао стреляет через всю карту. Плазма, ракеты и другие снаряды Тао летят через всю карту. Сама карта в шоке от снарядов Тао. Снаряды Тао тоже синие. У Тао есть круты. Круты. Круты вроде не Орликины, но тоже прыгают. Прыжок крутов огромен. Нет, ну вы понимаете. Круты прыгают через всю карту! Тао спамеры. Тао — это буква греческого алфавита. Юниты Тао появляются прямо из воздуха. Юниты Тао стреляют через всю карту. Машины Тао красиво умирают. У Тао есть имба-машина. Удивительно, что она не невидимая. Неудивительно, что она стреляет через всю карту. В битве между Тао и Тао выигрывает Тао. Штаб Тао в Dark Crusade самый сложный из всех. Тао — это империя. Империя Тао имба. Shas Oka Is, the Tao military leader, made his headquarters in a mighty citadel in the city's center. Командир Тао имба. Командир Тао стреляет через всю карту. У командира Тао есть ракеты. У командира Тао есть дроны. Командир Тао высоко прыгает. Командир Тао летает. Толстый чел летает. Барракуды летают. Барракуды мега быстрые. Барракуды быстрее пафайндеров. Барракуды могут быстро долететь в любую точку карты. Мне сложно это говорить, но... Барракуды летают через всю карту! Барракуды оснащены двумя ракетными пушками и двумя имба-пушками. Ракетные пушки тоже имба. Барракуды разносят все. Барракуды разносят реально все. Барракуды плоские. Тао террабайтеры. Тао имба. Тао не имба. Тао. Тао не знает, что такое баланс. Имба это Тао. Фух. Это были 119 доказательств того, что Тао имба. Радует, что у Тао нет турелей. Чтобы был хоть какой-то баланс, я убрал бы другие здания тоже, а также сделал количество юнитов в отряде фаерворьеров равным нулю.
Спасибо за просмотр, до новых встреч и удачи! Да уйма! Да уйма!